Всем привет! Всем привет! Привет, привет! Вышла на прогулку. Покажу вам немножко природы. Речка Арно. Сейчас август, тишина здесь. Привет. Имя непонятно, не могу по имени поздороваться. Покажу вам немножко природы. Здесь парк у меня возле дома. Красота, спокойствие. Август. Я нахожусь в Италии. Вероника, очень приятно. Меня зовут Оля. Так, сейчас верну. Меня зовут Оля. На данный момент я живу в Италии, город Флоренция. А через весь город вот простилается эта река, река Арно. Я здесь очень люблю гулять, потому что здесь такая парковая зона. Вот, это я пытаюсь типа показать вам парковую зону, на самом деле показываю себя. Ну, бывает. В общем, сейчас найду лавочку и поговорим по поводу наших желаний. На самом деле тема заявлена, что мы знаем про свои желания и вообще про желания, что это такое. Сегодня в анонсе администраторы написали «расскажем про желания». Но тут немножко не совсем так. Я не буду рассказывать вам про желания. В большей мере я буду задавать вопросы касательно ваших желаний. А вот и лавочка в тенечке. Вероника, так как вы у нас сейчас одна, я, наверное, буду обращаться к вам. На самом деле, я очень люблю на «ты» все-таки обращаться, потому что оно как-то проще. Проще в плане отношения. Отношений между людьми. Ну, тут уже как кому. Жарко у нас. Но дома почему-то не хотелось проводить эфир. Если попытаюсь поставить телефон, так чтобы было удобно мне не держать его. Вот, если у меня, конечно, получится. Вижу невесомость. Получилось. Прекрасно. На «ты» значит на «ты». Так, ну, мне лично так проще. Вот. В общем, марафон у нас касательно желаний, да? И в течение всей недели, честно говоря, не могу сказать, что я слежу, я так понимаю, сегодня последний день. И вот что я сама наблюдала за всеми вещателями, да, за всеми, кто был спикерами у нас на марафоне. Кстати, слышно меня хорошо? Вероника, подскажи, пожалуйста, потому что ветер периодически, я сама его слышу в ухе, поэтому... Если вдруг не слышно, то ты говори, потому что смысл с того, что я буду говорить, а будет не слышно. Отлично, все прекрасно.
Вот. Марафон касательно желаний. И в течение всей недели, да, было много спикеров, и говорили мы все как спикеры, да, конкретно о желаниях. Очень много, как мы видим уже сейчас, инструментов работы со своими желаниями с очень разных сторон, с очень разных сфер, да. Все возможные инструменты вокруг наших желаний. Привет, кто присоединяется? Все вокруг желаний, все вокруг наших желаний. И я не буду на данный момент ничего, как сказать, давать, наверное, еще какой-то метод или еще какой-то инструмент достижения своих желаний, воплощения их в жизнь. Но в конечном итоге оно так и получится. Смотрите. Если вокруг очень много, это за последние сколько, 10-15 лет у нас появились все эти инструменты, да, ранее, я не знаю, ранее ничего такого не было, насколько, ну, как в моей памяти, да, ранее вокруг желаний, что, все, что я помню, это мы могли молиться, чтобы наши желания воплотились в жизнь. Другие люди ходили к гадалкам, ворожили там что-то такое, я не знаю, заговоры какие-то были или тому подобное. Я не знаю, что, чем еще занимались. А, еще какие-то гипнозы, скорее всего, были, да? Что-то я вспомнила Кашпировского. Ну, в общем, и это все было настолько скрытым, да, непонятным. Единицы об этом знали, все очень тайно и тому подобное. За последние лет, ну, 10 точно, возможно, 15, всех этих инструментов стало намного больше. Ну, то есть, да, мы все знаем про на данный момент уже всякие тета-хилинги, постановление целей, расстановки, что там еще, таро. Ну, в общем, да, их очень много. И они все вокруг почему-то наших желаний. Мой вопрос следующий. А мы не задумывались никогда, почему так все вокруг наших желаний? Почему так много появилось инструментов, которые направлены на воплощение желаний? Вероника, если ты меня слушаешь, или кто-то еще? Напиши. Ну, то есть возникал такой вопрос вообще в голове, почему все вокруг желаний? Вокруг желаний. Почему желания настолько для нас ценные? Или даже не так, почему мы так сильно хотим, чтобы наши желания воплощались? Почему мы хотим, чтобы наши желания воплощались? Был ли такой вопрос вообще у нас в голове? Или еще где-то? Потому что на самом деле это же происходит не просто так. Правильно? Это же происходит не просто так. Почему все вокруг хотят, чтобы желание нас, их, ну то есть все люди, да, каждый по отдельности хочет, чтобы их желание воплощалось? Не могу сказать, что это странно. Для меня это совсем не странно. И я вижу в этом огромное что-то, о чем мы очень мало знаем. Читаю. Мы разрешили себе желать. Мы начали себе позволять больше, чем когда-то. Ну, хорошо. Мы разрешили, да, себе желать. Это прекрасно, да. Мы разрешили себе желать больше, чем было, чем можно, чем мы могли себе представить раньше, да, это правда.
А почему для нас желания так важны? Наши желания. Следующий вопрос появляется, а что такое желание? Что такое желание? Откуда оно берется? Почему нам так важно, чтобы наши желания воплощались? Когда мы говорим «наши желания», под словом «наши», «моё желание», что мы имеем в виду? Так интереснее жить с желаниями. Да. Интереснее. А что в этом такого интересного, Вероник? Что нас так сильно привлекает в том, что наши желания воплощаются? И да, я понимаю, что мои вопросы могут быть очень странными. На первый взгляд. Всем привет, кто присоединяется. Я очень рада вас видеть. Повторюсь, я не буду рассказывать что-то, как это, что такое желание. Я буду больше задавать вопросы, ну, так как заявлена была тема, я буду задавать вопросы, то, что я сейчас и делаю. Почему для нас желания такие интересные? Вот и они интересны. Почему нам нравится, когда воплощаются наши желания в жизнь? Воплощаются. Становятся плотными. Воплотиться, воплощаются. Что такое наше желание? Что это такое желание? Откуда они берутся? Пишите свои варианты. Кто смотрит или, не знаю, потом будете смотреть, понятно, вы сейчас не можете написать, но кто смотрит? Как вы думаете, что такое наше желание? Вы знаете, правда, я не очень люблю просто вещать, мне очень нравится интерактив, ну, то есть, да, взаимодействие, потому что просто говорить... Я могу сама с собой. Знаете, есть такая фраза. Люблю поговорить с умным человеком, особенно с собой. И да, это не про корону на голове. Это просто подтверждение тому, что да, я люблю общаться с людьми, разговаривать с ними. Наши потребности. Так. Очень хорошо. Наши потребности. А что ты подразумеваешь под словом «потребности»? Это потребности касательно чего? Ну, первое, что тебе приходит в голову. Первое, о чем ты думаешь, когда ты говоришь слово «потребности». Потребности, я не знаю, тела, потребности ума. Потребности чего? Признание в социуме. Касательно реализации в жизни, насыщенности, наполненности. Да. Насыщенности, наполненности. Угу. Очень хорошо, Вероника. Прям смотришь вглубь, чего не делают очень многие люди. Ты написала насыщенность и наполненность. А что это для тебя? Насыщенность и наполненность. Что это такое? Конкретно для тебя. Я не спрашиваю ни о ком другом, конкретно для тебя. Насыщенность и наполненность.
закотари глаза, вижу невесомость. Закотари глаза. Я очень люблю петь. Это одна из моих главных граней, моей сути. Но об этом потом, если получится. Вероника, ответь мне, пожалуйста, что такое насыщенность в твоем понимании и наполненность? Быть полезной людям и при этом получать удовольствие. Испытывать радость искреннюю от всего происходящего. А если ты знаешь, осознаешь, чувствуешь, что ты полезна людям, очень полезна, прям востребована, очень полезна, прям, ну, по максимуму, как ты можешь себе представить, да, в твоем представлении, при этом ты не получаешь удовольствия. При этом ты не чувствуешь радость. Что тогда? Эта полезность людям тебе нужна? Остается она нужной тебе? Тебе хочется быть полезной, если нет радости от этого? Спасибо большое. Голос не мой, на самом деле. Ну, то есть он мой, но он очень долго был зарыт, потому что я считала его своим. И не могла его проявлять, потому что было очень много страхов, было очень много предубеждений, было очень много переживаний. Было очень много блоков касательно мнений со стороны, касательно обиды на людей, которые говорили «не вой», «не вой», «не пой» и все такое. Но на самом деле эти все люди всего лишь помогали мне вернуться к себе настоящей. Поэтому я им за это очень благодарна. Это, да, это вкратце. Нет, не хочется. То есть без радости, без удовольствия не хочется. Первоначальное удовольствие и удовлетворение. По-другому не получится. Оно-то получится. Оно-то получится. Мы натренированы выполнять. Да, мы натренировали свою силу воли делать то, что нам якобы надо. Ну, надо, мы считаем, что это нам надо. Интересно, так у меня чешется нос. Раньше говорили, что это к выпивке. Или получит нос от кого-то. Вроде не предвещает, но посмотрим. Ну, в общем, не предвещает в плане том, что выпивать не планировала. Получить вроде тоже... ничего не говорила мне об этом. Ну ладно, наблюдаем дальше. Вот, то есть мы пришли к тому, что нам важнее все-таки не быть полезным, а первичнее наше удовольствие, первичнее наше внутреннее удовлетворение. А как мы знаем, что нам хорошо? Ну, удовольствие, да, это что, другими словами, когда нам хорошо? Или если есть другие определения, напиши. Напиши те, кто еще пишет, кто видит, кто смотрит. Что такое внутреннее удовлетворение? У меня здесь по дереву лазят два, как они называются, ящерицы, не ящерицы, ну, маленькие такие, сейчас, если получится показать. Ага.
Если их будет вид, все, они уже бежали. Или нет? Вот там вот. Увидите? А, видно! Вот она. Прикольно. Спокойствие. А, видите, видите? Возвращаемся обратно. Так, выставляем обратно камеру, чтобы не упала. Да. Так, так, так. Именно так. Спокойствие. Спокойствие. Это внутреннее состояние радости, внутреннее состояние спокойствия. И то, что нам хорошо. А всегда ли мы обращаем внимание на это состояние? Всегда ли мы следуем вот тому состоянию удовлетворенности внутри? А ведь это основа, о которой нам никто никогда не говорил. И на самом деле это все оправдано. Почему нам не говорили, для чего нам это все не говорили. Но это основа. И да, раньше мы об этом не знали, ранее мы фокус наш был направлен совсем на другое. Фокус наш был направлен на то, что нам надо. Ну или кто-то считает, что нам надо. Сейчас читаю. Нет, не всегда. И более того, не всегда следуем за этим чувством. Более того, не всегда умею понять. Так, сейчас я поставлю батарейку. Я же прям забыла. Я так понимаю, что у меня садится батарейка почему-то. Вижу, не с ума, глубоко. Оп. Секундочку. Вернулись. Мне нужно было проверить, включилась ли зарядка. Так, и более того, не всегда умею понять, что хорошо для меня лично, а что делается для оценки другими. Прекрасно, Вероника, прекрасно. И вот этот вот пункт, который ты написала, я не осознаю, да, что для меня хорошо, а что я делаю для оценки другими. Вот этот момент как раз поворотный на самом деле. Почему? Потому что если ты уже заметила этот момент, это говорит о том, что внимание твое на своем месте. Почему я так говорю? Потому что, возможно, вы уже где-то слышали это, возможно, нет, я не знаю. Но самое ценное, что есть у человека, это наше внимание. Это тот инструмент, который определяет вообще жизнь человека. И вкратце, если говорить, я думаю, вы это слышали не один десяток, наверное, раз уже, но если нет, я буду очень рада быть первой, в плане том, чтобы не то, чтобы быть первой, а то, что вы на самом деле, вот что вы это услышите, наконец. Потому что это просто поворотно важно для каждого человека вернуть свое внимание целиком и полностью внутрь себя. Вернуть свое внимание – это то единственное, чем обладает человек, единственное. Если вы сейчас не чувствуете этого, то на данный момент просто попробуйте поверить или хотя бы допустить. Заставить я вас не смогу ни в коем случае. Ну, то есть это противоречит, ну, вообще, как бы, созданию человека, да,
как существа разумного, да еще и не совсем, не только разумного, а еще и духовного. Поэтому, если в общем, если вдруг вас кто-то что-то там пытается переубедить, ну, как бы это все дурного работа, потому что в любом случае впихнуть в человека невозможно ничего из того, что в нем уже нет, уже есть. Мне кажется, я давно разговаривала на русском языке, что у меня такая путаница. А, ну да, вообще-то да. В последнее время говорю на украинском и на итальянском здесь. Так вот, внимание – это единственное, что, чем обладает человек. Все остальное – это все иллюзия на самом деле. Все остальное мы даже телом своим не обладаем, потому что приходит момент, все еще приходит момент, когда мы с ним прощаемся, когда мы уходим, да, когда мы умираем. И наше внимание определяет вообще, ну, как бы, течение, да, нашей жизни на этой планете в тот момент, когда мы здесь находимся. И если ты, Вероника, задаешь вопрос, или у тебя возникает вопрос о том, что ты не знаешь, да, или вот просто, да, осознание того, что ты осознала, что ты не знаешь, что на самом деле для тебя хорошо, а что ты делаешь для оценки. Как я уже сказала, это поворотный момент. И с этого момента ты можешь задавать себе вопрос каждый раз. Каждый раз. 158 тысяч раз в день. Если хочешь, конечно. А для чего я это делаю? То или другое из того всего, что я делаю. Это один из очень влиятельных вопросов в жизни вообще человека. Потому что первое, как только появляется вопрос, в самом вопросе уже есть ответ. И даже если ты его не видишь, задав этот вопрос, ты становишься открытой к ответу. То есть, если когда человек в вопросе, он открыт к получению ответа. А ответы приходят вообще со всех сторон, на самом деле. На самом деле, вся наша реальность вокруг, все, что мы видим вокруг, разговаривает с нами. Более того, это оно не то, чтобы с нами разговаривает, это и есть продолжение нас. Поэтому, когда человек в вопросе, ответ будет точно. Часто у нас вопросы появляются тогда, когда мы чувствуем дискомфорт. Это минимум, да, из того, что может там приятно-неприятно быть. Дальше это приятно-неприятно, дальше это больно. Очень больно. Боль имеет названий очень много. Все, что можно сказать, то, как мы себя чувствуем, нехорошо, да, больно, тревожно, неприятно, дискомфортно, противно, отвратительно. И вот все, что, все вот это вот, вот-вот, это все побуждает нас задавать вопрос. Да, очень хочется научиться видеть и понимать эти ответы, возможно, какие-то знаки. И я тебя уже поздравляю, потому что у тебя есть желание получать эти ответы, а это говорит о том, что ответы уже есть. И когда желание огромное, и ты себе представить не можешь, насколько ты близка к ответам.
только потому, что у тебя есть желание огромное. А если, вот я тебя спрошу, насколько огромное твое желание? Насколько оно огромное? Вот, вот насколько? Как ты можешь объяснить это желание? Насколько огромное? Пока думаешь, я расскажу немножко информацию, которая, опять же таки, возможно, вы об этом всем слышали. Но я не могу об этом не говорить, только потому, что я так живу. Я так живу уже около 3 лет. И я не могу этим не делиться. И скажу честно, чем дальше, тем больше я осознаю, что чем больше будут об этом знать люди, чем больше количество людей, тем больше мы, тем быстрее мы, я не знаю, каждой отдельности и в целом человечество будет счастливым. Вот по-настоящему. Что касается вот этого вот по-настоящему счастливы, эта тема на самом деле очень, она большая, при этом очень маленькая, потому что ее можно объяснить как в 2 словах, как можно и как бы рассказывать с очень многих граней. И так как у нас время, я так понимаю, здесь лимитированное, я не могу сказать, что на своем канале я часто веду эфиры, и вообще в последнее время практически их не веду. Нету отзыва, не хочется, но я периодически пишу посты. Ну и в личные сообщения я всегда открыта. Любые вопросы задавайте. Также есть ссылка в шапке профиля, канала взаимодействия и тому подобное. Заходите, смотрите. Вероника пишет, я очень открыта к учебе и готова учиться. Прекрасно. Это очень хорошо. Как-то я даже написала стих об этом. И там были строки, что... Не помню конкретно как, но строки были о том, что познавать себя и учиться я буду всегда. Это не совсем про учиться, но и можно назвать так, да, то есть смотреть вглубь на самом деле, да, смотреть в себя, внутрь. В общем, в двух словах, сейчас как получится. Что я хотела сказать? Когда у нас есть желание, будем говорить конкретно о желании Вероники, желание... Как ты написала, читать. Обязательно посмотрю. Приходи, конечно. Там на самом деле постов уже, ну, как бы, очень много. Очень, не очень, в общем. Каждый из них. Ну, я попыталась вставить, да. Как это сказать? Воплотить в слова, передать в слова все то, что я чувствую и какие сознания ко мне приходят. Но на самом деле за словами там намного больше всего. И да, у меня были мысли по каждой теме проводить эфиры, но планы — это одно, а импульс души, импульсы, которыми я руководствуюсь, особенно последние почти 3 года, они важнее для меня. Вот. Если в 2 словах. В 2 словах. Наше сознание, оно самодостаточно. Здесь, конечно же, возникают вопросы, что такое сознание и что такое самодостаточно. Начнем со второго. Самодостаточно – это то сознание, которое, или что-либо другое, да, которое которому ничего больше не нужно.
которое само по себе есть такое, какое оно есть, и оно совершенно. Параллели можно проводить с разными моментами из жизни, да, если человек самодостаточен, да, то ну, как бы он все делает сам. Если, например, там, ну, я не знаю, примеры можно, ну, как бы, кому какой ближе, да, чтобы было понятно. И в этом самый момент, да, что все ответы на самом деле у нас внутри. То есть для каждого человека на один вопрос будут свои ответы со своими примерами, со своими картинками и тому подобное. Вот. Поэтому самодостаточность, достаточный, да, и достаточный, это тот, который, да, у него все есть, да, все, он совершенный, он завершенный, с ним все в порядке уже. Приставочка вот эта самодостаточный, да, говорит о чем? О том, что он сам по себе, да, сам по себе. И помощи, я не знаю, влияния извне не нуждается. Что такое сознание? Что такое сознание? Вероника, на твою точку зрения, что такое сознание? И там, или, возможно, где оно находится? Вообще, первое, что приходит тебе касательно слова сознание. Почему я задаю вопросы по поводу значения слов, объясню в двух словах. Потому что языки, да, слова, они имеют значение. Есть причины, почему определенные слова, ну не определенные, а вообще все слова имеют свои значения. Да? Этому же есть какое-то объяснение, должно быть. Просто должно. Вот. И так мы копали-копали и докопались к тому, что даже каждое слово, даже не слово, а каждая буква, каждый звук, да, имеет свое значение. Если смотреть еще глубже в значение, да, там вообще очень глубоко, там идут вибрации. И вот они определяют все. Если каждая буква имеет свои вибрации, а если в одном слове есть несколько букв, да, они создают поле определенное. Вот, и каждое слово таким образом имеет свое поле. Имеет свое поле, то есть имеет, ну, какие-то свои вибрации. И тут даже не про влияние дело, а, ну, как бы, а про то, что это слово несет. Поэтому, задавая вопросы, что значит это слово, что я чувствую с этим словом и тому подобное, раскрывает каждого человека отдельно, да, у нас ассоциация со словами, одним и тем же словом у каждого человека, ну, как бы другая ассоциация будет, да, другие чувства. Сейчас почитаю, секундочку. Ясное понимание, сознание, да, четкое представление. Да, очень-очень в этом, как это сказать, направлении. Вот. По поводу сознания, читала я как-то в статье недавно, ну, по поводу недавно, недавно, тут вообще у меня чувства линейного времени пропали уже очень давно, поэтому где-то недавно читала статью, что как эти называются люди? Ученые. Ученые не могут найти подтверждение того, что наше сознание находится в голове, то есть в мозгу, да? Я со своей стороны занимаюсь сознанием, вот, скажем так, всегда хотела этим заниматься с детства, что самое интересное. Хотела поступать на психологию, хотела поступать на международные отношения, хотела, ну, в общем, психология меня всегда интересовала. На работе пришел момент, когда я поняла, что я хочу уйти в HR. HR – это кадровое дело, если вдруг, возможно, кто-то не знает. В общем, все вокруг психологии, все вокруг сознания, все вокруг вот этой вот глубины, а что, а как, а почему и тому подобное.
Вот, и работая непосредственно со своим сознанием последние, ну, почти 3 года, я могу сказать, что оно точно не находится в голове, даже не так, не только в голове. Оно находится и в голове тоже, но оно также находится во всем вообще нашем организме. Вообще, все тело, оно между собой связано. Более того, есть сознание, как мы знаем, да, есть подсознание. И многие психологи говорят, и даже не только психологи, вообще многие люди говорят, что нами управляет наше подсознание, да, те глубинные программы, программы желания, я не знаю, то, чего мы не знаем, не видим о себе, при этом они нами управляют. И есть еще сверхсознание. Это то, что в разных сферах жизни человека называют разными словами. При этом это одно и то же. Например, если брать квантовую физику, в квантовой физике это называют квантовый суп. Что такое квантовый суп? Это то место, хотя это местом не назовешь, да, ну, точкой какой-то, да, это место. Например, да, можно представить, что это всего лишь, не всего лишь на самом деле, а это облако. Ну, например, огромное облако, где находится вся информация даже не человечества, а вообще всего, что существует, существовало когда-либо и будет существовать. Вот оно все там находится, все в одном месте. Если брать веру, не религию, а конкретно веру, потому что религия это определенные, да, правила, да, это определенные там какие-то каноны и тому подобное. Если мы берем веру, да, когда человек во что-то верит, в вере это называется дух. В Библии это называется дух. Когда Иисус уходил, он просил Бога, он даже не просил, он обращался к людям, которые переживали о том, что он уходит. А он говорил: не переживайте, потому что упрошу отца своего, да, отправить духа в помощь, да, и благодаря которому, через которого будет общаться со мной и с отцом. А с какой еще сферой? Ну, если брать, ну, я не знаю, компьютерную технологию, да, то есть есть база данных. База данных это базовые, да, базовые, не банк, в общем, все, что существует, или какая-то информация, которая вот на одном каком-то жестком диске есть. И момент в том, что комары кусают. В паркачке сижу, а тут природы много. Момент в том, что на самом деле у нас у всех есть связь с этим местом, где есть любая информация, которая нам нужна. И при желании, Вероника, если ты меня слушаешь, и это ты, ответ всегда придет. Просто потому, что у тебя есть желание получить ответ. Если возвращаться к... Слушаю внимательно очень. Благодарю. Ты прям воплощаешь мое желание. Через тебя воплощается мое желание. Потому что когда я шла на эфир, я не знала, сколько будет людей, я не знала,
как это будет происходить. Я на самом деле даже не знала, о чем я буду говорить. Ну, в общем, да, одно слово, желание. Вот. И все, что я хотела, это вот интерактива. Потому что, как я уже говорила, просто вещать, просто впустую, не впустую, да, а в какое-то, ну, в окошечко без обратной связи в последнее время не очень приносит удовольствие. И я тебя благодарю, на самом деле, что ты есть по ту сторону экрана. И, кстати, очень хочется сказать, второй раз я уже чувствую этот импульс, после эфира или когда захочешь, напиши мне в личку, если будут у тебя вопросы, задавай любые, на любую тему, вот что будет идти, и задавай вопросы. Мы с тобой поговорим, вот, я тебе отвечу на любой вопрос. И это так и есть. На самом деле мы никогда не попадаем никуда случайно. Берем опять слово «случайно». Что-то от какого... Возможно, потому что я еще и лингвист. Спасибо, обязательно почитаю вас. Ты читать читай, но даже не «но», а... В общем, у меня к тебе послание. Напиши мне, если будут вопросы. Опять же, таки, ну да, ты можешь почитать, а потом, в общем говоря, неважно. Если есть вопросы, просто пиши, не стесняйся. Короче говоря, возможно, потому что я еще и лингвист, да, я закончила НИАЗ. Я очень люблю слова, я правда их очень люблю. Я чувствую каждое слово. Поэтому вот я с этой стороны могу подойти. Например, вот, да, мы берем слово «случайно». Что такое случайно? Случайность, да? От какого слова оно происходит? От слова «случка», да? Случится, случка, случается. Это говорит о том, что... То есть обратное от слова «случайность», да? Случайность, что мы воспринимаем слово, да? Ну, типа, так произошло, непонятно почему. А на самом деле, если смотреть вглубь слова, это «случка». Но «случка» чего? Вопрос. И тут я вспоминаю одно из своих осознаний, когда ко мне пришло ясное понимание, что на самом деле, если мы смотрим на вещи со стороны вибраций, через призму, еще другими словами говоря, через призму вибраций, становится очень все понятно. Уходят тревоги, уходят споры, ссоры, доказательства, там, я не знаю, перетягивание на свою какую-то сторону, ну вот я уже говорила, доказывать что-то другое, кто прав, кто виноват, кто прав, кто не прав, и тому подобное. Это все сразу уходит, только, ну почему? Потому что когда мы смотрим на вибрации, они такие. И все остальное, если вдруг кому-то что-то не нравится, оно не имеет никакого смысла, потому что все идет, ну, это уже идет от головы. А если вибрации, они такие, на этом точка. Может быть, конечно, еще и не точка. Можно дальше, если есть такое желание, познавать вибрации. Можно задать себе вопрос, почему они такие? Как так получается, что есть вибрации одни, есть другие, есть низкие, есть высокие, есть хорошие, есть плохие, это все об одном и том же, на самом деле. Прочитаю. Случайность и не случайно, да, есть такая фраза. Потому что они по факту не это слово не то значит, на самом деле, что внутри есть, да, что внутри этого слова. На самом деле, правда, очень бывает даже не то, что сложно об этом говорить, а просто... В общем, чувствуется намного больше, объяснить можно и хочется намного больше, но часа, как обычно, мало, 50 минут прошло, мне такое ощущение, что говорю 5 минут, если честно. Вот, поэтому, если есть вопросы, переходите на мой аккаунт, я добавлю название в эфире, свой аккаунт, переходите, задавайте вопросы и помните реально, что когда есть вопросы, всегда есть ответы, всегда будут ответы. Если нет вопросов, не будет ответов. Вернемся к желаниям.
Как мы выяснили, наши желания для нас очень-очень важны. Да? Почему? В общем, да, наши потребности. А что такое наши потребности? Потребности чего? Потребности кого? Если мы говорим «наши желания», тут вопрос даже первее, вопрос не к желаниям, а к тому, что мы подразумеваем под словом «наши». Хорошо, я буду говорить проще даже. Мое желание. Когда я говорю «мое желание», под словом «мое», кого я имею в виду? Вот это важно помнить, что раз есть вопрос, то обязательно найдется ответ. Более того, Вероника, он даже не то, что найдется, он уже есть. Тебе просто его нужно увидеть. Тебе просто его нужно увидеть. Как увидеть? Хотеть. Опять же таки, хотеть увидеть, желание увидеть. Ну, в час тут не влезешь, друзья. Возвращаюсь. Желание кого? Под собой, мной, да? Вот я. Я это кто? Что мы подразумеваем? На эту тему есть очень классный фильм. Он называется «Револьвер». Известный очень режиссер, но я имен не помню. Такая есть у меня проблема, наверное. Он то ли 2012 года, то ли что-то такое. Фильм называется «Револьвер». Если вы вобьете в Google, вам он высветится единственный. Поэтому, чтобы... В общем, когда вы посмотрите этот фильм, вы очень много поймете, а еще больше начнете задавать вопросов. А, кстати, по поводу вопросов говорил, если я не ошибаюсь, говорил Эйнштейн, что, опять же таки, дословно я не вспомню, но если своими словами, то как раз он говорил про вопрос. Если у человека есть вопрос, значит, он живет. То есть он движется вперед, он постоянно в познании, он постоянно, ну, как бы, идет вперед, да, есть вопросы, значит, есть ответы. И это как бы движение, это то, что запускает жизнь. Это то, что определяет следующие шаги, следующие возможности, следующее раскрытие себя, увидеть, кто я на самом деле. Если нет вопросов, и человек в позиции «я все знаю» или «мне больше не нужно», знать или что-то такое, человек останавливается. Поэтому вопросы, состояние вопроса для человека одно из самых важнейших. Не смотрела такой фильм, посмотри, Вероника, потому что, ну или все, да, все, кто смотрит, посмотрите. Револьвер. Фильм, я не скажу, что он бомбический и тому подобное, и правда он бомбический, просто он не про шикарность фильма, а он про глубину человека. Про глубину человека и про то, насколько мы не знаем, кто мы, насколько мы не осознаем своих желаний, насколько мы не осознаем, где на самом деле наше желание, а где... совсем не наше желание, чьи это желания, кем они спровоцированы, чем они спровоцированы, откуда они берутся. И этот фильм погружает человека вглубь, кому отзывается вообще тема познания. У меня осталось 5 минут. И я, правда, каждый раз удивляюсь, насколько быстро проходит время. Когда ты занимаешься тем, что что есть внутри. Когда ты идешь за своими импульсами души,
столько всего. Я на самом деле, знаете, как хотела начать эфир? Я не знаю, что вам сказать. При этом мне столько всего хочется вам сказать, что я не знаю, с чего начать. И это правда. И это правда, потому что говорить можно бесконечно. Когда льется оно изнутри, еще один очень важный момент, когда мы обращаем внимание на свои желания, когда мы задаемся вопросами касательно своих желаний, это наши чувства. Возможно, вы об этом чувствовали, возможно, вы об этом слышали и чувствовали. Один из важнейших инструментов и индикаторов настоящности желаний – это наши чувства. Ну, про чувства это, наверное, уже в каком-то другом эфире, потому что это тоже очень огромная тема. В двух словах скажу, что наша правда, вот и жизнь на самом деле, наша жизнь настоящая, она происходит, это то, что происходит в наших чувствах. Это то, что происходит в наших чувствах. То, что мы говорим, как мы себя ведем, как мы общаемся с другими, как мы ведем себя на работе, в семье, цели наши и вот это вот все. Это все очень поверхностно. И на самом деле не эта жизнь, а жизнь настоящая, она происходит в наших чувствах. Чувства и желания очень между собой связаны. И обращая на них внимание, задавая себе вопросы, для чего я делаю то или другое, для чего я хочу то или другое, что оно мне даст, что я чувствую по этому поводу. Поворачивает наше внимание внутрь. И так как я говорила в начале этого эфира, наше внимание — это то единственное, чем вообще обладает человек, каждый своим. И это самое ценное, что есть. Ну, то есть, где наше внимание — то и даже не растет, а то и создается. Если наше внимание в тревогах, создаются тревоги. Если наше внимание в радости, создается радость. А индикатор – наши чувства. И как мы начинали, да? Нам наши желания нужны для того, чтобы чувствовать удовольствие, чтобы чувствовать радость внутреннюю. 30 секунд. Я не знаю, может, можно дольше. Ну, мне пока ничего не пишет. Нашими желаниями мы создаем нашу реальность. И очень важно осознавать, где желания на самом деле наши, и что такое это наше, кто я. Да, это наше, это кто я. И пока мы не осознаем, кто я на самом деле, мы не можем знать своих истинных желаний. Мы просто нету доступа. Поэтому есть, конечно, инструменты, как осознать, какие желания мои, какие не мои.
И если хотите, я поделюсь. Просто очень не хочется... Очень не хочется давать еще один инструмент, который вы, возможно, даже не воспользуетесь, потому что их очень много. Особенно практика показывает те инструменты, которые даются нам бесплатно, мы не ценим их. Только потому, что человечество все еще верит в деньги. А то, за что мы платим деньги, мы ценим. И это даже не то, чтобы я придумала или только мое наблюдение и тому подобное. Вы у себя посмотрите, за что вы готовы отдавать деньги и как потом вы к этому относитесь. За что вы отдали деньги. Секундочку прочитаю. Да, и в этом... И есть смысл понять свои личные желания, чтобы прожить свою жизнь, а не для кого-то. Вообще, просто не то, что в точку, а четко-четко. На самом деле, каждый из нас, мы хотим прожить свою жизнь. Но мы не знаем. Мы просто не знаем, какая это наша жизнь. Вот какая она из того всего, что нам предлагается, из того всего, что нам говорят, как надо, что надо, куда надо, куда надо, когда надо. Ну, то есть, да, во сколько лет учиться, где учиться, когда выходить замуж, я не знаю, когда идти на работу, сколько денег надо зарабатывать, там, во сколько рожать, не рожать и тому подобное. Это все стандарты, которые кем придуманы? Кем придуманы? Никогда не задавали себе вопрос. Почему я должна идти учиться в школу, потом после школы там институт, университет, потом там, я не знаю, в 21 после университета ты идешь на работу. Сейчас уже, может, по-другому, не знаю, это я рассказываю о себе. Потом, если ты замуж не вышла или не женился, там, я не знаю, до 25, до 30, ну, как бы, что-то с тобой не то, как минимум. Не буду громкие слова называть. Потом, я не знаю, карьера у тебя, 30 лет или сколько там, если у тебя карьеры нет, значит, ты какой-то упущенный, я не знаю, или ты какой-то потерянный, или что. Неужели нам нравится вот это вот типусечка. Ящерица ко мне идет. Та-та-та-та. Красивая такая. Эти вопросы начинались, ну, по моему опыту, не по моему опыту, а вообще в моей жизни, да, с раннего детства. Мама мне рассказывала, что я там с детства, когда еще не соображала, что я вообще делаю, она очень часто меня видела стоящей сбоку и наблюдающей. Почему так? Почему сестра говорит так или ведет себя так? Почему папа ведет себя так? Почему мама ведет себя так? Почему то, почему это? Потом, я помню, в школе задавала себе вопросы, почему в школе преподают то, что неинтересно. Потом в университет я задавала себе вопросы, почему в школе не преподавали то, что мне нужно сейчас. Почему после университета я задавала себе, почему мне в университете не преподавали, например, основы вождения. Почему? Основы анатомии. Это же на самом деле интересно. Почитаю. Да, и вот эти навязанные обществом и нажитие всю жизнь установку порой тянут не в ту сторону. Да не порой. Это не порой. Это всегда. А все почему? Потому что все эти установки, они направлены не на человека. При этом эта вся система, она совершенна, и она совершенна в плане том, что
если смотреть внутрь, если поворачивать свое внимание внутрь себя, мы получим все ответы из этой системы, понимаете? И так хочется научиться самой и помочь детям слушать себя. Вот. А я тебе сразу отвечу с конца учебника. Детям ты поможешь, я думаю, ты знаешь об этом, детям ты поможешь тогда, когда ты поможешь себе. Причем им конкретно не помогая, а просто-напросто работая с собой. Так работает вот это вот самодостаточное сознание. Когда мы работаем с собой, все вокруг меняется. В этом его вот как раз вот, в общем, благодарю, вернулись. Самодостаточное сознание, да, это как оно работает? Ты работаешь с собой, со своим сознанием, а все вокруг меняется. Не умею это делать с собой, да, да, невозможно, а как, ну, это то же самое, знаете, как говорят, что человек, который сам, ну, очень простой пример, да, только личным примером, да, и то, личный пример, это будет только часть, ну, кому как, большая, маленькая, такое дело, но это будет только часть для детей или других людей. Почему? Потому что сколько бы ты ни была примером, ты, то, что я вначале самом говорила, ты не можешь всунуть в человека то, что ему не отзывается изнутри, то, чего внутри, хотя бы зернышко уже внутри, но этого человека нету. На самом деле так работает физика. Это не что-то отдельное. Физика. Что такое физика? Физика — это, да, наука, которая объясняет, как все происходит в жизни. Природные все вот эти вот законы. А мы являемся частью этого закона, этих всех законов. Мы же часть природы. Боже, это можно объяснять с таких разных сторон. Это можно объяснять с таких разных сторон, друзья. В общем, скажу вам так еще вкратце. Все, что мы видим в нашей реальности вовне, это точный слепок того, что есть у нас внутри, у нас в сознании. Читаю. Это мне рассказывала подружка. Их с братом учил папа заниматься спортом, сам стоя на балконе с сигаретой. То есть, и естественно, спортсменов из них не получилось. Ну, как бы папа мог знать, да, что это хорошо. И это могло даже сработать. Это могло даже сработать. Оно не сработало. Вот. О чем я говорила? Наше сознание самодостаточно. И то, что вся реальность, которую мы видим, со всеми ее деталями, со всеми-всеми ее деталями, от самой песчинки, которую вы можете себе только представить, до самого большого, что вы можете себе представить, не знаю, космоса, галактик и тому подобное. Это все слепок, точный слепок нашего сознания. И, честно говоря, об этом как-то уже и даже лень говорить, потому что об этом столько всего сказано. Для меня, мне кажется, это уже настолько, ну, само собой разумеется,
Как можно это увидеть? В двух словах опять. Через один вопрос. И очень грубо говоря, через концепцию некую. Она называется «Причина во мне». Причина во мне говорит о том, ну, это другими словами, да, что вся реальность – это проекция, да, это то, что есть у нас внутри, то, что есть у нас в сознании. Другими словами, это причина во мне. Другими словами, принять причину того всего, что я вижу вокруг. И это не про вина, не про вину, не про вину, взять на себя вину за все, что происходит, нет. Потому что когда мы берем вину за себя, да, мы чувствуем эту вину, и это очень разрушающее чувство, и оно убивает изнутри. И в это чувство все, что нужно с ним делать, в него смотреть, да, его наблюдать. Потому что на самом деле мы все являемся наблюдателями. Всей своей жизни. Каждой своей, а целиком целого. Все мы целиком целого. Вот, принять причину в себе, это допустить, а со временем осознать, и это время может быть, кстати, очень коротким, что мое сознание, оно самодостаточно, что все то, что я вижу вокруг, оно берет начало, берет свои причины у меня в сознании. И хорошая новость в том, что если вдруг нам что-то не нравится в нашей внешней жизни, да, ну как бы в внешней реальности, то, что мы видим, то, что мы можем пощупать во всех ситуациях, которые мы с нами, ну, как бы, да, событиях происходят, которые с нами происходят. Хорошая новость в том, что если вдруг нам что-то не нравится, с этим тоже все в порядке, с этим можно работать. Ну, то есть изменить, если вдруг что-то хочется. Но это возможно сделать. В общем, на самом деле это можно сделать разными путями. И я, наверное, буду заканчивать. Почему? Потому что чувствую, что хочется заканчивать. То, с чего я начинала мой эфир, да, инструментов касательно своих желаний очень много, работы со своими желаниями. И все инструменты, большинство из них, практически все, если посмотреть реально вглубь каждого из инструментов, после того, как мы их ими пользуемся, нам за это нужно платить. И да, иногда деньгами, но, как правило, и в большинстве случаев не только деньгами, а это и здоровьем, это и количеством прожитых дней, и не только своих. А все почему? Потому что на любое исполнение желаний нужна энергия. Нужна сила, нужна энергия. И если мы пользуемся инструментами, которые помогают нам или учат нас брать эту энергию где-то в каком-то месте и присваивать, да, пользоваться этой энергией, то нам за это нужно платить. Но есть и другой вариант. На самом деле, единственный экологичный, единственный, который
есть конкретно для жизни. В удовольствие, в радость, из любви. И это инструмент, который есть в каждом человеке. Его просто нужно захотеть увидеть в себе внутри. И дальше начнется настоящая жизнь. И да, она начнется, возможно, не из самых приятностей. Почему? Потому что наше сознание в течение очень многих лет, ну, я буду говорить, если сотни лет, ну, как бы, да, вообще взять, если брать человечество, если мы берем просто человека, который живет сейчас, там, я не знаю, если 20, 30, 40, 50, там, 60 лет, мы пользовались вот теми другими инструментами, мы пользовались всегда чужой энергией, точно так же пользовались и нами, конкретно во всех ситуациях, когда мы делаем что-то из надо, а не из моего истинного хочу. А к моему истинному хочу еще нужно добраться, понимаете? Истинное хочу, настоящее хочу, настоящий я, то, что я говорила в эфире. Мы не знаем, кто мы. В фильме «Револьвер» очень круто разворачивают наше внимание в этот вопрос. Кто я на самом деле? Кто я? Для чего я здесь, на этом белом свете? В это время, в этой точке Земли, где бы мы ни находились. Для чего я здесь? Если вы задавали себе эти вопросы или задаете, я вас уже поздравляю. Вы... я не знаю, на полпути, в начале своего пути, но вы на пути, который ведет реально в жизнь. Реально, вот в настоящую жизнь, которая происходит внутри нас, изнутри нас она проецируется вовне. Как и вся другая жизнь на самом деле. Мне кажется, получается у меня очень сумбурно. Но напишите мне, понятно, что я говорю? Хотя бы, ну, я не знаю, что-то, или если непонятно, то задавайте вопросы. Потому что, как я говорила в начале эфира, об этом можно говорить вечно, с разных очень сторон. И направьте меня. Спасибо вам за приятный, ценный разговор. Я, наверное, поняла для себя сегодня, что нужно поверить, что ответ есть всегда, что нужно слушать себя. Да, да. Я так понимаю, что мой эфир удался, потому что Вероника сказала конкретно то, что я не сказала, конкретными этими словами. Какая радость вообще. Да, слушать себя. Все внутри. Все внутри. И у вас, если у вас есть вопросы касательно... я не знаю, я себя не слышу, какому из ответов доверять, я чувствую то-то, 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 это меня страшит, это меня радует, вот это вот все, любые вопросы, пишите мне в личку, потому что каждый момент уникальный, каждый момент уникальный, каждый вопрос уникальный, если даже один и тот же вопрос задаст... 2 разных человека, 10 разных, 100 разных человеков, ответов будет 100 разных, понимаете? Ответов будет 100 разных, поэтому каждый из нас уникальный. Каждого человека сознание самодостаточно. Мы можем говорить одинаковыми словами. Мы часто говорим одинаковыми словами, мы часто объясняем что-то одинаковыми словами, но несем мы разные. Чувствуйте, вибрации определяют все. В плане даже не том, что они определяют, а они есть такие, какие они есть. И если на них обращать внимание,
пропадают любые вопросы, пропадают споры, то, что я уже говорила, любые там доказательства и тому подобное. Они не имеют смысла больше, если мы воспринимаем через призму вибраций. И да, все внутри нас. Все внутри нас. И если слушать себя, прислушиваться... Понимаете, слушать себя — это настолько закрывает все вообще вопросы наши. Но есть один момент. Отвечать готовы очень многие изнутри. В нас внутри очень много чего. И кого. Другими словами, это формы сознания, да, программы сознания, которые определяют нашу жизнь. Еще другими словами, например, да, из сферы, например, веры, да, те же самые формы сознания можно называть сущностями. Что такое формы сознания? Что такое сущности? Это формы сознания, да, какие-то понимания человека, которые уплотнились настолько, да, усилились. Почему? Потому что очень многие люди верят так, да, ну, например, да, что деньги можно получить только работая, например, да, это, ну, практически все человечество в это верит. И, наверное, вопросы на один и тот же вопрос в разное время. Конечно! Вероника, мне прям кажется, что, знаешь, как говорят, подсадные утки, ну, в плане не утка, а в том, что ты как будто... Прям мне самой не верится, что это происходит. Я очень рада, что ты пришла ко мне на эфир. Очень радуюсь, правда. Я этого, правда, хотела. А желания все согласованы. Да, в каждый момент времени ответы будут разные. Почему? Потому что мы меняемся. Жизнь вообще — это все, что меняется. Это то, что... Это она не может... В жизни нет стабильности. Жизнь по-настоящему, то, что жизнь, в ней нет стабильности. Посмотрите на деревья. Да, мы, например, да, летом видим, что тут есть листочки. Там зимой нет листочков. На самом деле, это же не то, что, да, они стали и стоят, и вот есть листочки. А потом херак, пришла весна. Ой, пришла зима, и оно быстренько, и все сразу исчезло. Нет, это процесс вечный. Жизнь — это вечное движение. Поэтому и мы, как часть этого всего, мы никогда не останавливаемся в движении. Никогда. Но движение есть разные стороны. Есть сторону смерти, а есть сторону жизни. Я очень рада, что я пришла. Спасибо огромное. Тебе большое, да, правда, огромное спасибо. Тема эфира была, что мы знаем о своих желаниях. И заключающий ответ, я вам скажу, не я вам скажу, а по опыту моему и всех тех моих коллег, которые, грубо говоря, занимаемся мы сознанием. Мы не то чтобы пришли к выводу, а получили осознание изнутри, что практически большинство людей не знаем мы своих желаний, своих настоящих желаний. Наши желания, о которых мы думаем, что они наши желания, что это они, что мы хотим там, не, купить квартиру, родить ребенка, купить телефон какой-то крутой, последней модели, или поехать отдохнуть куда-то в очень крутое место, или стать миллионерами, купить яхту или что такое. Это все желания поверхностные. Это все желания личности, которая на самом деле не имеет отношения ничего, никакого к тому, кем мы являемся на самом деле. Это всего лишь поверхность, которая не... Она имеет отношение к нам и к тому, кем мы являемся на самом деле, только в роли инструмента познания себя, только в роли инструмента, через который мы обращаем внимание
внутрь и начинаем задавать вопросы. И начинаем задавать вопросы. Начинаем задавать вопросы. Без вопросов не будет ответов. Без ответов не будет движения. Ну, то есть без вопросов, да, не будет движения. А вопросы появляются тогда, когда это уже по сути, суть человека. Вопросы появляются тогда, когда больно. Очень в общем сказать, да, когда больно. И да, это так работает. И боль на самом деле, это когда душа стучится к нам. К чему я все это веду, да, весь этот эфир? И то, что очень ярко показано в этом фильме «Револьвер». Мне не платят за рекламу фильма «Револьвер». Но там очень круто это показано. Знаем ли мы настоящее наше желание, наше желание нашей души? Что такое душа? Задавались ли вы вопросом, что такое душа? Для чего вообще есть вот эта личность, есть душа? Чего хочет моя душа, чего хочет моя личность? И момент важный в том, что сколько бы нам ни дали инструментов, сколько бы мы ни слушали информации извне, наша информация — это только та, которая отзывается нам изнутри. Ну, то есть, например, вы слушаете, вот вы слушаете сейчас мой эфир, например, и когда вы ловите, когда я что-то говорю, а вы ловите внутри, о, точно, я так думал, и о, я уже это слышал, и о, я тоже так думаю, или заболела, очень заболела, или я всегда об этом знал, но забыл, или в детстве мне об этом что-то кто-то говорил, или бесит меня это очень сильно, что она говорит. Это все те точки, через которые вот пробивается ваша душа изнутри. Короче, ваша правда. И в двух словах скажу, что счастье, и да, про счастье говорят все, про счастье говорят все, и это как бы ничего странного в этом нет, потому что в итоге каждый человек хочет быть счастливым, ему больше ничего не надо, нам вообще больше ничего не надо, только быть счастливым, просто не инструментов даже, а путей, как этому идти, очень-очень много, и у каждого он свой, и каждый путь совершенный. И каждый путь имеет право на жизнь, имеет право существовать. Каждый уже оправдан. Это я вам говорю как... приближенный. К душе и к Богу. Но есть одно... четкое определение, когда человек чувствует себя счастливым. Это когда его внешнее соответствует его внутреннему. Ну, то есть и наоборот. То есть это тогда, когда все то, что есть внутри, проявлено вовне. Мысли, чувства,
желания, какими бы они ни были, мысли, чувства, желания, реакции, эмоции. Когда ты можешь быть собой, как это ни странно, возможно, звучит, но не странно даже, а банально. Но мы не зря хотим быть собой. Понимаете? Мы не зря хотим быть собой. Если вы хотите быть собой, напишите мне какие-то плюсики или что угодно. Я не знаю, сердечки, плюсики, что-нибудь. Дайте мне обратную связь. Понимаете ли вы, я не знаю, вам знакомо то, о чем я говорю. Быть собой – это когда внутреннее может быть проявлено вовне. Каким бы оно ни было, чем бы оно ни было. Когда нет страха, все очень душевно. Благодарю, Вероника. Душевно, все очень душевно. Благодарю. Да, потому что вот как раз сейчас говорит не личность моя, сейчас говорит моя душа. Когда ты... Поэтому, наверное, получается сумбурно немного, возможно. Да, без расстановочек, без полочек, а все подряд. Собачурка побежала. Когда есть, что есть. Когда не нужно врать себе. Когда есть, это возможно. Не... Да, когда есть, нету этой нужды врать себе. Нет нужды врать кому-то. Ну, элементарно. Задайте себе просто вопрос. Мы всегда говорим своим родным то, что на самом деле думаем. Хотя с родными еще как раз сложнее. Иногда, да не иногда, а чаще всего чужим людям очень намного проще выговориться, намного проще признаться в чем-то, нежели близким. Почему? Потому что мы боимся мнения, потому что мы боимся непринятия, потому что мы переживаем за репутацию или еще что-то. А это все на самом деле фейк. Это все надумано. Человек не может быть счастливым, если он не является собой. А что такое быть собой? Часто говорим то, что они хотят слышать. Почему так происходит? Почему так происходит? Как же так, с другой стороны? Это же самые близкие. Логично, как бы было бы, да? Наоборот. Ну, правда же? Близкие. По идее, должны же, ну, как-то принимать. А у нас, наоборот, блоки. А у нас, наоборот, переживания. Что скажут, что подумают. Не подобает. А что скажут соседи? А что скажет мама, папа? А что подумает сын? Муж? А на работе? Мы играем эти роли для чего? Чтобы что? Как недавно, кстати, видела маленький ролик Джим Керри. Может, вы слышали, уже видели. Он очень давно в депрессии. Очень много лет. Он очень много лет уже не играет роль комика. А наоборот, говорит реально то, что есть внутри. И вот недавний ролик, он говорит. Депрессия. Что такое депрессия? Deep depression, да? Deep rest. Deep rest. Как он сказал, это когда тебе тело говорит: иди на три очень веселые буквы. Я устал играть роль, которую ты мне придумал. Мы играем роли. Для чего?
Для кого? А момент в том, что все те люди, для которых мы играем эти роли, тоже хотят быть собой на самом деле. А почему не являются собой? Тоже по той же причине. Боятся говорить. Почему? Потому что боятся мнения. Или наоборот, не хотят расстроить. Так какие на самом деле тогда наши желания? Истинные, настоящие, живые наши желания. Мы это кто на самом деле? Эти роли, которые мы играем? И мы хотим купить дом, квартиру, я не знаю, почему? Чтобы заполнить галочку для этой роли. Я отец, я хороший сын, я кто там еще? Супер большой профессионал в чем-то, мне подобает зарабатывать деньги и заработать деньги нормально, и купить квартиру, дом и тому подобное. И да, мы это называем потребностями. Но так ли это? На самом деле ли это наши потребности? Чьи-то потребности? Окей, мы купили дом. Тенденция говорит о том, что после того, как мы покупаем дом или квартиру, через какое-то время мы хотим побольше. Почему? Потому что у нас родились дети. Или, я не знаю, мы заработали деньги тоже по причине непонятно какой и чьей. Но время же идет. Солидняк купить побольше квартиру, машину. Сначала маленькую, потом побольше. Все больше, 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 больше. И что? И что? И неужели это наша жизнь? Неужели это и есть то, чего реально мы хотим? Кто мы? В общем, я не знаю. Я с детства задавала себе вопрос, кто я и что сюда пришла? Что мне здесь делать? Для чего я здесь? Для чего я здесь? Я не понимала, куда мне, что мне. Мне говорили, что, как, куда надо делать. И что вам сказать? До 35 лет я выполняла эти все роли. Школа полных 11 лет, университет полных 5 лет, второе высшее образование, еще 3 или 4, не помню, уже 4 вроде. После университета работа одна, потом вторая, третья, офигенная. Так, читаю, секунду. Я прошу прощения, мне нужно уходить, мне было безумно интересно, ценно и душевно. Я проверяю время с большим удовольствием, спасибо большое, надеюсь, я не пропущу многого. Не пропустишь. Все происходит не случайно. Все совершенно, Вероника, все совершенно. И у меня 99 минут, боже мой, 99, это полтора часа, час 40. Или сколько это получается? Да, я в шоке. Я в шоке. Короче говоря, хорошего тебе дня, Вероника. Я очень благодарна тебе, что ты пришла на эфир. Приходи на аккаунт, на мой личный. Я укажу адрес. Всех буду очень рада видеть. Приходите. Всех обнимаю. А еще чуть-чуть поговорю. Тебе хорошего дня. Так вот. Шла, пирожок нашла. Короче, работа была прекрасная. Последние 10 лет я работала в очень хорошей компании. В Киеве. Американская компания. Короче, ну вот, не то что комфортно, а вообще вот все. Все условия, прекрасная зарплата. Через какое-то время познакомилась с молодым человеком. Почти 6 лет мы были вместе. Кошка уже на тот момент была до даже молодого человека. Потом собака появилась. Квартиру мы снимали. Причем последний год мы переехали в центр города. Мне до работы было пешком 25 минут, что было просто раем на земле.
кто знает, что такое добираться на работу далеко, час-два, ну как когда, а тут 25 минут пешком. Еще и машина у меня тогда появилась уже. То есть мне что пешком, что на машине было одинаково добираться. Потому что центр, да, то есть пока доедешь, потом парковка, пока запаркуешься. И в один прекрасный момент, хотя это был не один прекрасный момент, а как бы позывов и информации извне мне шло очень много и очень долго, но я все не понимала. Скажем так, я, возможно, что-то и понимала, но было очень много страхов, конечно же. Плюс потом было очень жалко это все бросить, столько времени потратила, да, столько всю мою жизнь, как бы, вот я вот и достигла, мои достижения, мои ордена, грубо говоря. А потом в один прекрасный момент душа сказала: ты или будешь слушать меня, или ты на грани психушки. Причем во второй раз я почувствовала, что это был второй раз. Потому что за несколько лет до был первый раз. Вот это момент на грани психушки. Когда ты как будто со стороны на себя смотришь, ты понимаешь, что ты очень легкая добыча для там воров каких-то, для маньяков, для докторов, которые готовы тебя порезать, ну, в общем, лишь бы сделать свою работу очень хорошо. Кстати, одна моя знакомая из России, которая 40 лет в медицине, недавно в одном прямом эфире сказала, что... Ну, собака. Сказала, что медицина – это полный обман. Вот целиком. Я понимаю, что, конечно, там, если медицину взять, я не знаю, но есть моменты, да, там, стоматологи, возможно, ничего больше в голову не приходит. Ну, есть какие-то моменты, которые реально хороши, да, нужны, но все остальное – это просто бизнес. Это просто зарабатывание денег. Я думаю, вы знаете об этом. Я думаю, не один раз вы натыкались на какие-то видео не по телевидению, хотя, может, уже и по телевидению. Кстати, по телевидению есть в России вот эта программа, как-то она называется «История судьбы» или как-то так «Судьба», или как-то так, с молодым человеком, который не слышит, ну, ведущий. Он плохо слышит. Я не помню, как его зовут. У него был на интервью один человек, я не знаю, кто он, но я так поняла по его разговору, что это доктор. И он говорит: я всегда знаю присутствие Бога в моей работе. Когда я, как доктор и профессионал, специалист, знаю, что этого человека, вот два лежат в коме, да, этого человека, одного из них, спасать смысла нет, потому что он умирает. Ну, то есть все, да, все говорит о том, что он умирает. А это, за этого еще можно побороться. И вот мы боремся, 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 боремся. В конечном итоге тот второй умирает и говорит: на следующий день я прошу моего ассистента принести мне документы на оформление, да, что человек скончался. И заодно прошу того другого человека, который я понимал, что все симптомы говорят о том, что человек не выживет. И он говорит: вот того второго человека, за которого мы боролись, да, вот документы, подписывайте. А второй человек, тот первый, то есть, он говорит: так а он открыл глаза. Он сам дышит, он открыл глаза. И он говорит: сколько бы мы ни думали,
что сколько бы доктора не думали, что они спасают людей, сколько бы доктора говорили, не говорили, что они не верят в Бога и что все зависит от них, присутствие Бога – это медицинский факт. Вы понимаете? Доктор, профессионал пришел к выводу: присутствие Бога – медицинский факт. А душа – это частичка Бога в каждом человеке. И если мы будем знать желание души, мы будем знать, кто мы. Мы будем знать Бога. И на этом моменте у меня кружится голова. На этом моменте у меня кружится голова, у меня меняется реальность. Быть собой – это знать Бога. Знать Бога – это быть собой. Все наши достижения, все наши поверхностные желания ни к чему нас не приведут. Мы же видим круги сансары. Мы живем кругами сансары. Человечество живет кругами сансары. Но выход есть. Да. И подытожу. Подытожу я вот такими вот словами. Желания внешние нам ничего не дадут. Желания личности, мы, в общем, ходим кругами. Любаша отправила запрос на участие. Я на самом деле заканчиваю. Любаша, если хочешь, задай вопрос в комментариях или, возможно, мне в личку. Я напишу адрес своей страницы. Если я просто не понимаю, я буду заканчивать сейчас уже практически 2 часа говорю, чему удивляюсь, в плане я не планировала, но да, планы не работают. Вот, если есть какой-то вопрос, задай сейчас в комментариях, если хочешь, или мне в личку. Вот. Так вот, подытожу. Наши желания, о которых мы в курсе, знаем, поверхностные, да,
там, я не знаю, карьера, дом, собака, ребенок и тому подобное, они только лишь инструмент для того, чтобы идти вглубь себя. Наши истинные желания, которые, я не сказала, которые воплощаются сами по себе, это их свойство. Не потому, что что-то нужно для этого делать, а они воплощаются сами по себе. Это желание души. Душа — это частица Бога. Понимаете? Душа — это частица Бога. И она в каждом из нас. И только распознав желание конкретно души, которая той частицы Бога, которая находится у нас внутри, у каждого отдельно, у каждого человека отдельно внутри, мы можем быть счастливы. И только следуя этим желаниям, этим импульсам, и да, страхов будет очень много, и боли будет очень много поначалу. Только потому, что личность не хочет отпускать. Только потому, что личность не хочет отпускать, потому что было выгодно очень ей. Но это длинный разговор. Посмотрите фильм «Револьвер». Я напишу название, о чем мы говорили об этом фильме. Но в конечном итоге это то, для чего мы здесь. Понимаете? Это то, для чего мы здесь. Но опять же таки, сколько бы нам ни давали инструментов, сколько бы нам ни говорили что-то извне, пока мы, каждый из нас отдельно, не получит ответы изнутри, вот знаете, вот это чувство типа «Мое! Блин, я тоже так думаю!» Да-да-да-да-да-да! Я помню, я в детстве об этом говорил или мечтал, или еще что-то такое. Вот это вот изнутри ответ. Вот только в таком случае у вас появится желание, я не знаю, познавать себя, искать эти желания души. Потому что желание личности — это круги сансары. Купить что-то, получить что-то или кого-то, а потом это увеличивать и увеличивать и увеличивать. А в конечном итоге мы все равно все умираем. Понимаете? В конечном итоге мы все равно все умираем. Все, вот я сейчас наблюдаю за многими пожилыми людьми. Пожилые люди вспоминают моменты счастья. А это любовь. Это те моменты, когда они чувствовали любовь, когда они чувствовали этот подъем внутри, когда они чувствовали, я не знаю, вот такую подлинную радость в жизни. Понимаете, подлинную радость, безусловную радость, безусловную любовь. И на протяжении жизни, да, у пожилых людей их очень мало, этих точек, очень мало этих чувств вот таких искренних, этих подлинных. А их может быть больше. Даже не то, что больше. Из них может состоять наша жизнь. Даже не каждый день, а в каждую минуту. Понимаете? Не в каждый, постоянно. Мы можем постоянно чувствовать эту любовь, эту радость, это счастье быть собой. Можем. Так и хочется сказать, приходите ко мне на аккаунт, задавайте вопросы. И я расскажу все, что знаю. Может, спою, потому что для меня быть собой — это петь. Милости твоей полна вся земля, милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости твоей полна вся земля, милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, возлюбил меня
Я благодарю вас за эфир. Благодарю за еще одну возможность быть собой. Душевный доктор. Душевный доктор пишет. Как зовут тебя, душевный доктор? Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что написала комментарий. Чудесно. Это правда чудо для меня, что я таки смогла распознать желание души. Все еще постоянно в процессе распознания желаний души. Иду постоянно внутрь. Меня зовут Тая. Как красивое имя, Тая. Очень приятно. Меня зовут Оля. Ой, мое огромное желание, чтобы каждый человек был счастлив. А мы можем быть счастливы только тогда, когда мы являемся на самом деле собой. А для того, чтобы стать собой, нужно узнать, кто мы. А ответы на этот вопрос, они в душе, они внутри, у каждого внутри. Только задавая вопросы внутрь, могу вам подсказать все вопросы, которые направят вас внутрь. Ответ, и причем они уже есть. Все, что нужно, это просто-напросто повернуть свое внимание внутрь. И постоянно поворачивать свое внимание внутрь. В общем, сказать на то, что мы чувствуем. Что я чувствую сейчас? Говорила чуть ранее. Вся настоящая жизнь происходит внутри. Приятно познакомиться. В чувствах. Вся наша жизнь происходит в чувствах. Не то, что вовне. Хотя это тоже рефлексия, да, то, что отображение нашего сознания. Но мы же не обращаем внимания в большинстве случаев на свои чувства. Мы же знаем, как надо, как принято, как допустимо, недопустимо, как якобы хорошо для нас. Кстати, душа с нами разговаривает чувствами. Бог с нами разговаривает чувствами. Нашими собственными чувствами внутри. Просто есть и чувства, на которые мы не хотим обращать внимание, потому что болит, по-простому сказано. А есть те, которые нам нравятся. Но все они равноценные, равноценно важны. В общем, приходите на аккаунт. Я уже час назад хотела заканчивать, ну, как обычно. Но сейчас чувствую, да. Я благодарю всех, кто был. Приходите. Будем общаться душами. По-другому не интересно. Всех обнимаю. Всем очень чудесного дня. Теперь надо вспомнить, как это выключить.